Вот уж действительно, в Америке любая работа почетна. Компания по производству туалетной бумаги «Шармин» объявила конкурс на 5 сезонных рабочих мест в туалете. Сотни безработных принесли свои резюме с фотографиями и выстроились вдоль стены отеля «Нью-Йорк Хилтон» в надежде пройти интервью и получить работу. Как объяснил представитель фирмы Шон Полшер, на время праздничного наплыва в Нью-Йорк туристов компания установит на Таймс-сквере 20 уличных туалетных кабинок. Они бесплатные, это подарок фирмы Нью-Йорку. Для их уборки нужны 5 человек. За работу с 23 ноября по 31 декабря человек получит 10 тысяч долларов. Выберут тех, кто сумеет убедить членов отборочной комиссии, что это работа мечта всей жизни, что человек будет получать от уборки туалетов огромное удовольствие. Он также должен быть исключительно приветлив, помогать туристам, развлекать их, позировать перед фото и телекамерами, ибо 6 недель он будет лицом Нью-Йорка. Я попросил Шона взять мое резюме. 10 тысяч все-таки. А теперь посмотрим, кто мои конкуренты. Я готова развлекать туристов, никто не будет скучать, даже в туалете. Я фанатично предан туалетной бумаге «Шармин». Она мягкая, нежная, о, это наслаждение. Я на этой работе постараюсь облегчить жизнь гостей и жителей Нью-Йорка. Облегчить, в смысле облегчиться. Для компании «Шармин» я готова работать в снег, в мороз и в дождь. А если не в моготу, можно спрятаться в теплом чистом туалете и провести время вдвоем с чудесным рулоном туалетной бумаги «Шармин». Конечно, я пользуюсь «Шармином». Это не бумага, а облако, точно. В очереди, как мы выяснили, довольно много безработных актеров. Но есть и художники, и бывший финансовый брокер с Уолл-стрита, и мастеровые люди, и домохозяйки. Эта очередь вам ничего не напоминает? Если я заработаю 10 тысяч долларов, я час потрачу на покупку туалетной бумаги «Шармин». Потом куплю новое туалетное сиденье. Потом новый светильник в туалет. Потом повидаю родственников в разных городах, а на оставшиеся деньги арендую туалет на яхте. Официальный титул туалетных работников – «Посланники Шармина». Я хочу стать посланником Шармина. Это я написала на туалетной бумаге. Она такая хорошая, что я сделала из нее ленты для волос. А еще можно сделать шарф или шаль. Серьезная девушка в белой меховой куртке, готовясь к собеседованию, сочинила песню о туалетной бумаге. Песня называется «Ходи с удовольствием». Текст записан на рулоне туалетной бумаги. Она поет «Я хожу с удовольствием с детства». Это единственная в своем роде шляпка фирмы «Шармин» в лучших традициях парижской моды. Я влезла в долги, но купила ее. Если получу здесь работу, то расплачусь долгами. Одни шли смеясь, другим не до смеха. Одна девушка за одну ночь вышила серебряной нитью надпись на черном свитере «Я люблю ходить в туалет, где меня ждет Шармин». Это было бы очень весело, если бы не было так грустно. Счастливчиков, получивших работу, торжественно представят на открытии туалетов в понедельник, 23 ноября. Это моя фотография, и здесь мое резюме. Я надеюсь, что, может быть, я тоже получу эту работу. Если завтра я не появлюсь на экране, значит, я получил эту работу. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.